Привет, друзья! Продолжаем нашу серию роликов про проект Artery и про способы заработка на телефоне. Сегодня с нами Толик, он как раз насобирал, пошел грибов готовиться. Ну там, карантину. Делает запасы на зиму. А его телефон в это время зарабатывает деньги, и он хочет сказать вам пару слов, просто, как бы, ребята, напутственных. Для тех, кто еще думает, как зарабатывать на карантине, многие понимают, что очень, как бы, большая вероятность того, что скоро совсем мы опять будем сидеть по домам, и тогда уже остро встанет вопрос о заработке. Поэтому рецепт от Толяныча, в общем, сегодня у вас. Как зарабатывать на телефоне? Так, ребята, привет. Олег, конечно, удачно пошутил, я его полностью поддерживаю. Все может быть, карантин, конечно же, скорее всего, начнется. Никто от этого не застрахован, и каждый должен понимать, что должна быть какая-то альтернатива заработку в основном. Я тоже наемный работник, но меня, слава богу, вот ребята, Олег, Аня и другие лидеры, Марк, познакомились с проектом Artery. Я, честно, в восторге. Я вот сейчас отдыхаю, по сути, да, я не делаю запасы на карантин, у нас есть что кушать, все нормально, я нахожусь в Украине. Я просто отдыхаю, в этот момент мой телефон зарабатывает. Зарабатывает довольно-таки неплохо, я даже был, ну, скажем так, приятно поражен. Вчера мне зашло примерно $50, да, Олег, или я не помню, да, 250 монет, 28 монет, еще что-то. Ну, даже если, ну, допустим, да, $40. Так, та тишина. Сейчас, извиняюсь. Даже если, допустим, мы возьмем $40 в день, примерно $40, на 30 дней $1200 для Украины. Ребята, ну, просто вы вдумайтесь. 28 тысяч гривен, там, 30 тысяч гривен для Украины, я считаю, что это вполне нормально. Но так что думаешь, в проекте Artery можно очень... Толик, как ты думаешь? Заработать? Да, заработать вообще. Ну, каждый сможет. Или нужны какие-то там большие вложения? Там ты сколько ты вложил зарабатывать? $25. Вот. Ну, $25. На рынках это сколько? Пам-парам-парам. Сейчас, ну, 1000 гривен, например. Mm-hmm. Ну, чуть-чуть больше, там, 1000 с мелочью гривен. Я, честно, я в гривны не переводил. Почему я даже не переводил в гривны? У меня было там несколько... На криптовалютном кошельке у меня были какие-то... Была какая-то криптовалюта. Я вот за эту мелочевку подключился к проекту Artery, купил себе пакет, стал активным партнером и начал зарабатывать. Здесь не нужно навыкам, здесь не нужно быть программистом, здесь не нужно знать шифрование там какое-то, да? Ну... Я не знаю, Олег, здесь все настолько кайфово, настолько просто, что ты просто вот, у тебя есть телефон, у тебя есть там $25, у тебя есть 5, 6, 3, 2 знакомых человека, которые хотят заработать, и этого уже достаточно. Ну, нам нужно просто, каждый человек должен понимать, что если у него не будет дополнительного дохода, тогда может вообще все остановиться. Вот, вот это мое видение Artery. Artery — это... Наша страховка – это будущее многих-многих партнеров. Все. И мне нечего просто больше сказать. А у вас? Ну, Аня. Толик, смотри, ну, такой вопрос, я думаю, большинство людей, вот те, которые только начинают они зарабатывать в интернете, у них такой будет вопрос сразу. А вообще, ну, вот они никогда не зарабатывали. Есть ли какое-то обучение в компании или какие-то там вообще? Или они просто придут и их бросят так просто там, как хочешь? Нет. Нет, вы что, ребят, однозначно есть обучение. Я был вообще поражен, когда президент компании Artery, основатель Марк, вышел со мной, просто сам меня набрал, не я его. Вот я обратился к тебе, Олег, да, я не помню даже с каким вопросом, и тут я смотрю, мне Марк звонит, я в шоке. Президент компании звонит кому? Вот, партнеру, чтобы помочь, чтобы рассказать, чтобы подсказать. Помимо этого, у нас есть командные чаты, у нас есть гостевые чаты в Телеграме, у нас есть обучение, обучение бесплатное. Ну, здесь сделано просто все для людей. Только для людей. Здесь, да, компания тоже зарабатывает, но просто нет смысла создавать компанию и на этом не зарабатывать. Но я думаю, что вот в первую очередь поставили людей.
чтобы мы могли там заработать. Ну, помощь это... команды есть, помощь наставников есть, наставники всегда на связи. Я не знаю, я тебе вчера писал там в 9-10 вечера, и ты мне спокойно отвечаешь. И это было воскресенье, ушки. Ну, да. Просто тут супер. Тут смотри, тут еще почему именно как бы такая идет поддержка и такая командная работа. Потому что сам создатель проекта, Марк, он, вспомни как бы его историю, он начинал, работал в Макдональдсе, он работал грузчиком, он как бы, это не какой-то мажор, который на папкины деньги там создал компанию, он сначала сам заработал деньги, как бы дошел до этого, вложил и создал компанию именно народную, которая может каждый зарабатывать. Тут девиз компании вот именно простота и доступность. Тут не надо там почки продавать, как там, ну и кредиты брать, там вкладывать 10 тысяч долларов. Здесь все построено для того, чтобы там всем доступно было эти 25 долларов вход в проект, и дальше ты можешь зарабатывать и пассивно, и активно строить свою сеть, по сути, да, ты строишь свой бизнес. То есть как раз самое такое актуальное предложение, как я считаю, на данный момент. И те люди, которые, ну реально, а сейчас, я думаю, практически, ну нету, наверное, не таких людей, которые не хотели бы зарабатывать в интернете, точнее, у них есть уже потребность в этом. И не воспользоваться таким, ну, проектом, я думаю, это глупо. И скоро там, когда о нем, в принципе, еще никто практически не знает, а когда узнает, это будет, я думаю, большинство людей зайдут. И да, это будет бомба. Поэтому, друзья... Просто рынок перевернется. Перевернется вся MLM-индустрия, перевернется криптомир. Ну, артери просто его взорвут. Вот и все. Да, тут 5 видов заработка для каждого человека, и для активных людей, и для пассивных. Здесь нет такого, что ты там не приглашаешь людей, ты ничего не зарабатываешь. Здесь можно и пассивно зарабатывать. Да, не хочешь, приглашаешь. Больше. Да, есть как бы для инвесторов. Больше ты рассказываешь людям, тебя вознаграждают. Ты не рассказываешь людям, ты зарабатываешь пассивно. Каждому свое, я считаю. Да. Я использую все виды дохода, и я просто... Поэтому, ребята, тоже не будем затягивать видео. Смотрите, кто, да, кого заинтересовала данная возможность, ссылка будет внизу под видео, заходите в наш телеграм-чат. Если у вас еще телеграм не стоит, поставьте себе, ну, как бы все общение сейчас происходит, наверное, там. Поэтому переходите туда, и там вас проконсультирует администрация, админы любые там расскажут, дадут ссылку, все помогут. Опять же, обучим, все у нас есть в нашей команде, дадим инструменты для того, чтобы вы комфортно зарабатывали, именно сидя дома на телефоне. Напоминаю, опять же, у нас конкурс для тех, кто смотрит данное видео, разыгрываем 100 монет артери, сейчас они где-то там, это где-то больше 1000 рублей стоят, плюс они еще приносят пассивный доход. Что для этого нужно? Поставьте лайк под видео, напишите любой комментарий по теме, задайте вопрос, там, поделитесь в соцсетях. И как только наберется 100 лайков и 100 комментариев, разыграем эти 100 монет рандомайзером в прямом эфире, покажем. Счастливчик получит там на кошелек эти деньги, а дальше выведет их или там оставит, чтобы они там приносили пассивный доход, сами уже решите, ребята. Так, ребята, мы рассказали все, что хотели сказать. Какие-то вопросы пишите в комментариях. Все. Всем пока. Все. Пока. Пока-пока. До новых встреч.